5 октября 2021 года, флагман украинского научно-исследовательского флота, судно ледового класса «Джеймс Кларк Росс» прибыло в Одессу, сообщили в Национальном антарктическом научном центре Украины. Под сине-желтым флагом оно зашло в Одесский морской порт. Из Дании в Украину, через Северное Средиземное и Черное море, «Джеймс Кларк Росс» вели два капитана, украинский капитан Олег Новосильный и британский капитан-наставник Саймон Уоллес. Следующие недели продлится до оформления необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое имя. Также планируется время для экскурсионного посещения судна. Напоминаем, что 19 августа 2021 года Украинский национальный антарктический научный центр и учреждение исследования и инноваций Великобритании подписали акт о покупке судна, покупку которого ранее согласовала Верховная Рада. А уже 30 августа 2021 года над флагманом Украинского научно-исследовательского флота подняли украинский флаг. Судно «Джеймс Кларк Росс» 18 сентября 2021 года отправилось из Фредериксгавена в Украину в город Одесса под нашим сине-желтым флагом. Перед выходом в море была проведена значительная работа по перерегистрации и страхованию судна, получены новые радиопозывные и тому подобное. В течение последних 30 лет судно ледового класса «Джеймс Кларк Росс» выполняло роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований. Его длина почти 100 метров, водоизмещение — 5732 тонны. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!